Как всегда, приветствую вас, уважаемые друзья, на моем канале. Ну что, решил я все-таки провести конкурс. Условия хоть и не выполнены предыдущим видео, которое я оглашал, ну, особо, конечно, на это не надеялся. Итак, сегодня 6 марта, и конкурс у нас будет посвящен... Нет, не 8 марта, конечно же. А конкурс будет в преддверии 1500 подписчиков на моем канале. Там 1320, по-моему, на данный момент. Ну, надеюсь, за это время мы недостающие количество подписчиков наберем. И через недельки три мы разыграем вот данные призы. Итак, что у нас из призов? Все-таки многие откликнулись и сказали, что разыгрывай катушку, не слушай никого, всех этих умников, богатых и всяких этих. Итак, за, скажем так, первое место у нас будет катушка. Напомню, данная катушка от компании Birking. И плюс к ней вот этот будет данный воблерочек. Натуралочки в такой. За второе место вот такой окунек или судачок, не знаю. Ну и за третье место будет вот эта данная расцветка. Итак, правила до боли простые. Быть подписанным на канал. Лайки там, ну или по желанию ставьте, не ставьте, на розыгрыш это не влияет. Итак, подписаться на канал. И внизу в сообщениях написать «участвую». И оставить ссылку на свой аккаунт в ВК. Потому что втором из условий будет поделиться постом на моей странице. Будет размещен пост, ссылочку я на него оставлю, закреплю под видео. И этим постом, также с этим же самым розыгрышем, надо будет поделиться у себя на странице. Ну, так как конкурс небольшой, хотя бы чтобы в первые десятки на странице у вас этот был постом. Не надо не закреплять ничего. Просто хотя бы в первые десятки. Итак, еще одно из главных условий. Это чтобы у вас на YouTube-канале были открыты подписки. Так как правило подписаться на мой канал. Если у вас закрыты подписки, я не смогу посмотреть, подписались ли вы на мой канал или нет. То есть, если вы выигрываете вдруг, и у вас закрыты подписки, то извиняйте, вы автоматически будете считаться, что вы не выполнили одно из условий. Если что, пишите, я отдельно сниму видео, как на компьютере, или многие сейчас уже не на компьютерах, на телефонах, как на компьютере и телефоне открыть свои подписки. Я, если надо, сниму видео и потом как его закреплю, и вы посмотрите, как это делать. Итак, что еще? Да ничего, все, наверное, что за конкурс есть конкурс, затягивать особо не будем. Думаю, всем и так все понятно. Итак, подписка, оставить комментарий, участвую, и ссылку на ВК. Была мысль, что написать, может, кто еще какой приз хочет. Может, кто-то действительно не хочет катушку, а хочет воблер. Пишите, что вы хотите выиграть. Если, допустим, выпадет человек, который на первое место, который не хочет катушку, а только воблер, ну, тогда отдельно разыграем катушку, у нас будет 4 призера. А может, наоборот. Может, человеку катушка нужна, а воблер не нужен. Но оставляйте, что вы хотите выиграть. Если вы все хотите выиграть, можете ничего не писать. Тут понятно, что вы хотите выиграть и катушку, и воблер. А если вы хотите только катушку или только воблер, ну, можете это написать. Ладно, на сим, наверное, буду прощаться. Если вдруг что непонятно, пишите, объясню. Но в конкурсе будут участвовать именно те сообщения, в которых написано «участвую» и ссылочку на свой ВК-канал. Ладно, все, да, действительно, на этом будем завязывать. Всем удачи. Я надеюсь, это будет наш хоть и первый, но не последний конкурс. Посмотрим по вашей активности и
по вашим отзывам. У меня в планах, конечно, и дальше продолжать что-то разыгрывать, поощрять своих подписчиков разными всякими призами. Будут новинки выходить у Биркинга, буду с Биркингом. Ну, а если очень будет, как говорится, хорошая обратная связь, хороший отзыв, ну, почему бы, и будем оригиналы, если что, разыгрывать. Ладно, всем удачи. Все, конечно, не выиграют, но удачи я желаю всем. И до новых встреч. Всем пока. Скоро весна. Надеюсь, по-быстренькому все стает, и мы наконец-то попрем на рыбалку. Еще раз всем удачи.